Приветствую вас, друзья. Центр города Майкопа. Старинное здание. И мы сейчас будем с вами заходить в бомбоубежище, то есть подвал. Подвал вот этого дома. Дом, наверное, годов 60-х. Вот. И сейчас актуальна вот эта тема. Бомбоубежищ. Смотрите, бананы растут. Сегодня какое у нас? 20 октября. Внимание, капельницы, пахнет оттуда краской. Вот такой вот подъезд. Я первый раз в таком подъезде. Охрана, 3 этажа. Давайте зайдем в подвал. Такие вот поручни тут красивые. Поручни красивые. А я вот в тапочках на босу ногу. Вот тут темно. Все, что ли? Двутавр тут. Ну так себе условия. А, ну тут хранилище для квартир всякие. Здесь трубы. Такая вот вытяжка. Ну-ка. О. Вот открытая дверь кладовки. Тут ничего. Закрутки. Квартира 11. Здесь. Вот еще одна. Мешки с чем это? С гипсом. Затвердели уже. Тут. Смотрите. Дверная дверь. То есть это входная дверь в квартиру поставлена. Здесь. О. Ух ты. Какие-то банки там, склянки, а ну-ка. Что там такого интересного? Баночка серебрянки. Что здесь у нас? Здесь ничего. Какие-то колготки висят. Раньше по детству мы тоже очень часто лазили по подвалам домов. Сейчас вот так вот. Если вдается случай, то очень интересно. Так, меня не закрыли здесь. Да не закроют. Нет? Там открыто? Жду. А, ну подожди, сейчас еще пройдусь куда-нибудь. Можешь сюда прийти. О. В той стороне. А здесь тупик, да, с этой стороны? Да, а ну. Щиты. Какие-то досочки. О. Это качели на зиму сняли. А, во дворе, да? Да. А что так пахнет краской? Красили. Кто-то комнату себе красил. А, посмотрите наклеек сколько. Портвейн, коньяк, ароматное. Замки такие еще. А ну-ка, что у нас там? Вот, заглянем. А, велосипед. Велосипед. Ящик какой-то. Ой, даже не верится, что сейчас эта тема действительно актуальна. Посмотрите, сколько тут хлама. Не, а что удобно, вот вынес, да, с дома хлам и поставил тут. Вот сейчас мы тоже вот этот шкаф вывозили. Так, целая проблема. Пришлось его, видите, везти в другой дом. Что у нас там? Тут давно уже никого не было. Здесь тоже все заросло. Пустые полочки.
Короче, везде все одинаково, да? Вот, цвет мед. Ну-ка сейчас. Ну, в части только цвета нет. Да, но у меня сейчас фонарик. Да тут, а, тут то же самое. Ну, большой подвал. Что тут у нас? Чистая комната. Не, а что, прикольно так вот. Велосипед поставить, да? Ну да. Что у нас там? Ты проще вон дырку. А, дырку. Там ничего. Тут открыто. Канализация. Ну, сейчас тут посмотрим, что тут еще. Короче, ничего интересного. Раньше что-то в подвалах было интереснее, теплее. А, теплая батарея. Ну, она новая, да, видишь? Там вот новое утепление идет. Да, все, выходим. Ну и сам дом выглядит хорошо тоже. Ремонт сделан. Вот какие, видите, тут узорчики. Не знаю. Наверное, я бы в таком доме жил бы. Потому что посмотрите, тут. О, киса. Кисуля. Тебя не обижают здесь, а? Ты такой красивый, такой большой. Ой, какой ты большой. Он мурлычет. Красавец какой. Да нет, вроде такой. Нет у меня сосиски в этот раз. Сейчас я подымусь, посмотрю, что там. Ну, тут крутые ступеньки. Там вот целый трэш на третьем этаже. Есть выход на крышу, на чердак, а тут прям оазис. Жесть. Даже линолеум постелили. Ну а что, уютно, уютный домик такой. Центр города. Васек. А, Васек. Ты домой хочешь? Это твой дом, да? Ой, ё-моё. Просится, чтоб я позвонил. Но я не буду звонить. А вот другой подъезд. Посмотрите, тут по-другому все расположено. И вот тоже вход в бомбоубежище. Ну там бомбоубежище. Там вот такой высоты дверь. Да. Ну сюда мы уже не пойдем. Посмотрите, какая погода у нас. Ну, по крайней мере, тепло. Ну, относительно тепло. Не надо, все одинаково. Видите, как ты сделали, чтобы вода не затекала в подъезд. Это почта с той стороны. А. Почта России. Пожарная лестница здесь на доме. Ну такой домик. Прикольный. Прикольный домик. На первом этаже, да, тут магазин же был когда-то. Магазин книжный. Или канцелярский магазин. Почта России. Там высокие потолки, вот первый этаж получается, видите. Угу. Ясненько. Ну ладно. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Давай, спасибо. Поехал я.
Хочешь, могу открыть вот подъезд? Не-не, все. Так поснимаем. Все то же самое. Ладно, ребята, идет дождь, я мокну. Спасибо за просмотр, всем пока.